Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске новостей. 3 судостроительных предприятия в разных уголках России находятся под угрозой банкротства. Рыболовецкие суда не ремонтируются из-за санкций. 1 ноября информационное агентство «Регнум» сообщило, что в арбитраже Мурманской области пытаются инициировать банкротное дело в отношении одного из старейших судоремонтных заводов России. Это акционерное общество 10-й Ордена Трудового Красного Знамени «Судоремонтный завод» из дивизиона Объединенной судостроительной корпорации. Завод является градообразующим предприятием города Полярного. Заявление поступило 26 октября 2022 года от компании «Крондекс» из Москвы, заявившей долг в размере более 2 миллионов рублей. Исковое заявление от кредитора суд еще не принял к производству. За октябрь 2022 года к заводу подано еще 3 уведомления о планах обратиться с иском о несостоятельности. Завод-ответчик ведет свою историю с 1935 года, выступая в том числе как судоремонтный комплекс для подводных лодок Северного флота. Как ранее сообщало информационное агентство «Регнум», иск о несостоятельности получило также калининградское предприятие «Общество с ограниченной ответственностью судоремонтный завод АМС «Интер». Банкротный иск в арбитраж Калининградской области поступил 31 октября. Заявление от кредитора суд пока также не принял к производству. Сумма претензий Федора Виноградова составляет более 15 миллионов рублей. Предприятие работает с 1998 года. Ранее Виноградов входил в число владельцев, но в апреле 2018 года вышел из состава участников, а его доля в размере 1/3 от уставного капитала перешла к обществу. До этого Виноградов неоднократно выступал истцом в корпоративных спорах с заводом. 1 ноября старейший судостроительный завод Крыма также получил банкротный иск. Претензии к акционерному обществу «Судостроительный завод Море» судом пока также к производству не приняты. Заявление о признании должника банкротом подали московская фирма «Промышленный центр «Гефест» и опытный завод «Авиаль». До этого эти общества с ограниченной ответственностью уже взыскали с завода десятки миллионов рублей в выплатах долга и пени. История завода «Море» насчитывает 80 лет. В марте 2022 года он был передан госкорпорации «Ростех» в дивизион Объединенной судостроительной корпорации. Он построил свыше 1000 кораблей различного назначения, около 6000 спасательных шлюпок и других конструкций. Продукция завода поставлялась в более чем 25 стран мира. Вот уж поистине, от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, идет целенаправленное уничтожение судостроительной промышленности России. 3 банкротных иска к судостроительным и судоремонтным предприятиям за 2 дня. Это выдающееся антидостижение буржуазного строя. С пролетарской точки зрения это называется бесхозяйственность. А во время проведения специальной военной операции умышленное уничтожение производств, связанных с обороноспособностью страны, должно рассматриваться как предательство. В то же время информационный портал bfm.ru сообщил, что российские рыбопромышленники не могут отремонтировать суда из-за санкций. Иностранные порты с марта отказывают им в ремонте, а закупить запчасти и ремонтироваться в России невозможно. Отечественные верфи не в состоянии обслуживать их флот из-за отсутствия технических возможностей. В последние годы более 2/3 крупно- и среднетоннажного флота ремонтировались на зарубежных верфях. Эти суда представляют собой плавучие заводы по производству рыбной продукции, от мороженой до консервов и других видов. Все оборудование происходит из-за границы. Была надежда на то, что помогут китайские судостроительные компании. Но российские рыбопромышленники сталкиваются с отказами и с их стороны. То есть российские капиталисты в области рыбной промышленности захотели, как всегда, по-быстрому получить много денег. Для этого они не стали стараться и развивать отечественный рыболовецкий флот, а положились на западных партнеров в надежде, что река современных технологий не пересохнет, пока будут деньги. Они сознательно превращали нашу страну в сырьевой придаток Запада. От нас – рыба, от нас же и деньги за технологии. И вот сейчас, когда зарубежные империалистические хищники показали свои зубы, оказывается, что мы остались и без кораблей, и без рыбы. То есть под угрозой и просто наша безопасность
и наша продовольственная безопасность. И это характерно для капиталистической экономики, потому что интерес капиталистов не в том, чтобы защитить и накормить, а в том, чтобы получить прибыль любым путем. Только рабочие, объединившись в профсоюзы, в стачкомы, а потом и в советы, могут поднять российскую экономику и защитить страну. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры.